Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Еду в поезде, и мне по дороге передали вот такую коробочку. Как вы думаете, что в этой коробочке? Если вы имеете какие-то мысли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, прямо сейчас поставьте видео на паузу, напишите в комментариях, как вы думаете, что может быть в этом ящике. Поставили на паузу? Написали? Теперь давайте проверим, насколько верно для ваших предположений. Это граф Елисеевич. Граф Елисеевич, счастливого пути. Итак, кто с нами ехал сегодня в поезде? С нами в поезде ехал сегодня граф Елисеевич. Почему граф? Потому что это его имя, которое дала ему его мамка, точнее хозяйка, которая принимала его роды, крестная мама. А есть Елисеевич, потому что его папа Елисей. Пацан привык бегать со стадом. Здесь его привязали. Но к вечеру он умудрился освободиться. Но хорошо, что от своих друганов не убегает. Старших друганов он уже решил проверить на крепкость рог. Пользуясь тем случаем, что они привязаны. У него пока это все хорошо получается. Интересно, у этих нубов хвост, как у белки. Вот, так он еще их. Немножко стрессанул, конечно, он с переездом, но кушает, что-то скубает. Да? Борька. 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 Весь в марафете, работает с девушками. Граф, иди сюда. Граф. Граф. Ах ты красавец. Красавец какой. Борька тоже красавец. Но граф, конечно, он же граф, а не Борька. Да? Да? Наверное, получится сегодня до вечера побегать. Потом пойдет за Борьками на ночлег. Вот такое чудо к нам приехало. Теперь у нас не скучно будет жить. Чуть-чуть веселее. На одну козаморду стало больше. Мужского пола. Ну да, и пасется. На привязи не сильно хотел. Только листочки ел. Уже темнеет. Не знаю, как это будет на видео видно. Но надеюсь, будет видно хорошо. Вот. А этот Борька второй, он вообще... И репьехов насобирал сегодня по кустах. Ну и примарафита, конечно, красиво. О, так. Решил не проверять еще раз на крепость рог. Красавец парень. Сегодня без мамкиного молока. Первый день. Наверное, не сильно ему это нравится, но
Что делать? Вот такой у нас новый житель, граф Елисеевич. Хотел сказать, приехал в гости, но на самом деле на постоянное место жительства. Ветерок, наверное, немного подувает. Посет травку. Ну, не боится, идет старшим козлам. Наверное, надо его встречь будет идти. О, а рога ему. Точнее, не рога, а лепехи, которые он насобирал сегодня. А, график, смотри какой. Молодец. Чужое место, незнакомое. Хорошо, что не чуганул далеко. Ну, друзья, напишите в комментариях, как вам граф, уже как бы темнеет, плохо видно, что нравится ли вам такой козленок. Напишите, вообще ли вам нравятся нубийцы. А если не нравится, также напишите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каких коз вы держите, каких пород. И почему вы их держите. Мне это будет очень интересно, а я потом буду потихоньку снимать своих коз, потому что здесь на видео только два брата-акробата, два Борьки, ну и, естественно, граф, граф Елисеевич, графской крови. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если нет, нажимайте дизлайк и обязательно напишите, понравился ли вам граф. Если понравился, ставьте лайк. Кстати, если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. До встречи в следующих видео.